каждый день в 20:00. Всем привет! Я специально буду делать вот это вот видеообращение в виде трансляции для того, чтобы все было максимально, вы знаете, то есть правдоподобно, честно. Ладно, не буду тянуть интриги. Я опоздал. Я просто опоздал. Если вы смотрите каждый мой видеоролик на данном канале, то вы можете знать, что ролики на данном канале выходят, или, по крайней мере, должны выходить каждый день в 20:00. Однако вчера, 4 марта 2019 года, я опоздал. И там бывает то, что там опоздал на минуту, на две, бог с ним, на пять опоздал минут. Но дело в том, что я опоздал на полчаса. Я старался успеть, я старался сделать все по-быстрому, но я не смог. И я опоздал. Тем самым я подвел вас и... Мне, конечно, сложно это признавать, но это мой первый зашквар. И теперь вы можете, то есть, отписываться от меня, сдавать билеты на трансляциях на Твиче, то есть... Вообще, то есть, если вы меня на улице побьете, я не откажусь. То есть, я подставлю левую щеку, если вы ударите по правой, и также, если вы ударите по левой, я подставлю правую. Ой, в общем... Ладно, спасибо за то, что вы посмотрели данную видеотрансляцию. Я надеюсь, что все будет хорошо. Пока.